Приветствую всех зрителей у нас на канале. В продолжение летних салатов возьмем морковь, натрем ее на крупной терке. Подойдет также терка для корейской моркови. Яблочко надо порезать кубиками. Удаляем косточки. Яблоко можете взять зеленое или красное. От этого, кстати, будет меняться вкус, потому что есть яблоки более кислые, есть более сладкие. Таким образом, вы можете тоже влиять на вкус салата. Нарежем зелень. У меня мята и петрушка. Мята придаст свежести. И будет очень вкусно. У нее есть сладость и свежесть. Главное, много не добавляйте мяты, иначе она перебьет все вкусы. Добавляем консервированную кукурузу без жидкости. И оливковое масло. Все перемешиваем и можно подавать. Спасибо, что сегодня смотрели это видео и готовили вместе со мной. Подписывайтесь к нам на канал. Не забывайте включать уведомления. Приятного аппетита!